депутатов по взаимодействию с общественными организациями. Вас, Лыткина Андрея Борисовича, избрать председателем комиссии Совета депутатов по разработке и внесению изменений в муниципальные нормативные и иные правовые акты Совета депутатов. Каменского Юрия Викторовича, председателем комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа, контролю за реализацией градостроительных планов, вопросам благоустройства и санитарного состояния на территории муниципального округа. Кузьмину Людмилу Михайловну, председателем комиссии Совета депутатов по осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления и организации работы Совета депутатов. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Нагатина в Садовнике от 11 октября 2016 года. И настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Нагатина в Садовнике.